Вот так ярко и громко завершился конкурс «Татар КЗ-2022». Буря эмоций, аплодисменты, полный зал культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» и 11 девушек из разных уголков Татарстана на сцене. За спиной у каждой долгий путь к финалу, бессонные ночи с постановкой хореографии и подготовкой к конкурсу. Но корона победительницы досталась лишь одной. В этом году это магистрант Казанского федерального университета Инже Габдуллина. Как признается сама девушка, путь действительно был не из легких. 4 года я думала, не решалась. И вот в этом году подала заявление весной. И вот прошла финал. Финал нам готовили уже режиссеры, сами организаторы. То есть нас готовили к финалу. Не мы готовились, но был, конечно, опять-таки интеллектуальный этап. В один день мы просто презентовали проекты по известным женщинам. Как отмечает сама Инже, поучаствовать и победить в этом конкурсе было для нее небольшой целью на протяжении последних нескольких лет. В этом начинании ее активно поддерживали семья, друзья и даже преподаватели вуза. В магистратуре КФУ, работает в информационном агентстве «Татаринформ» и планирует продолжать участие в подобных конкурсах. Уже на связи со всеми организаторами, со всеми девушками. Мне кажется, это уже на всю жизнь у нас останется такая ментальная, духовная, физическая связь. Помимо огромного опыта, обладательница гран-при также получила в подарок национальные украшения – хасите и калфак, а также сертификат на 60 000 рублей. Александр Фирсов, Софья Чугунова, Универньюз.